Как стимулировать развитие отечественного производства, повысить уровень локализации и добиться поддержки государства? Нацпалата предлагает новый механизм совершенствования системы сертификации, который позволит мониторить процесс получения мер господдержки. Атамикен предлагает взять лучшие из СТКИ Z и индустриального сертификата, заменив их на единый реестр товаров казахстанского происхождения. Именно здесь содержится вся информация о казахстанских товарах и производителях. В результате интеграции реестра товаров казахстанского происхождения с информационными системами госорганов будет создана единая система. Включение в реестр товаров казахстанского происхождения осуществляется в два обязательных этапа. Первый – цифровой скрининг потенциального товаропроизводителя, а значит анализ сведений и документов, поданных заявителем. Второй этап – оценка производства отраслевым экспертом ассоциации с целью определения уровня локализации. На основании анализа документов и выездной оценки производства формируется акт экспертизы, который подписывается отраслевым экспертом и отраслевой ассоциацией по согласованию с членами выездной комиссии в лице акимата и представителей региональной палаты. Срок рассмотрения и анализ документов, а также срок выездной оценки производства занимает от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от размера предприятия. Ну а срок формирования акта экспертизы – один рабочий день. Акт экспертизы и есть тот самый документ, который подтверждает использование казахстанского сырья и уровень локализации. Получив акт экспертизы, вы попадаете в реестр товаров казахстанского производства, а следовательно, получаете возможность участвовать в госзакупках и можете рассчитывать на поддержку государства. Напомним, что доля кассодержания по поручению президента до 2026 года должна превысить 60%. Время идет, часы тикают.